В преддверии новогодних вечеринок макияж должен быть таким же ярким и в то же время очень нежным. И в этом каталоге официальный визажист Oriflame дает множество советов по созданию образа. И мы пригласили Алену рассказать нам об одной из блестящих новинок серии The One. Привет, Алена! Добрый день! Я рада снова оказаться в студии Oriflame. Вероника, ты совершенно права. Наш макияж – отражение нашего настроения, образа, который мы создаем каждый день. В этом каталоге я даю советы, как создать современный макияж. На подготовленное очищенное лицо модели я наношу базу под макияж. Так тон ляжет ровнее и его стойкость увеличится в разы. Я использую стойкую матовую тональную основу The One. Также важно задать правильные тени лицу, например, при помощи пудры с эффектом загара и румян. И, конечно, важно не забывать о бровях, ведь брови правильно заданной формы всегда придают выразительности вашему макияжу. Рисуем модные стрелки и прокрашиваем тушью ресницы. Можно сделать акцент на губы трендовыми оттенками этого сезона, такими, например, как красный или сливовый. И сейчас я хочу представить новогодний образ, сделав фокус на губы, используя новинку из серии The One – блеск для губ Power Shine с сияющими частичками для переливающегося голографического блеска. Для губ я выбрала блеск оттенка лиловый сапфир, который подойдет лучше всего к этому образу. Наношу блеск при помощи удобного аппликатора на центр губ, а затем распределяю по всей поверхности. Теперь волшебный образ завершен. Обратите внимание на руки модели. Мы уже сделали маникюр, используя лак для ногтей с технологией Expert Gel, который обеспечивает яркость цвета и стойкость покрытия. Оттенки созданы в модных тенденциях осень-зима 2015. В нашем образе оттенок пламенная медь.